Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и вы, наверное, не ожидали видео в субботу. В субботу у нас обычно видео не выходит, это видео должно было выйти еще вчера, но не получилось вчера снять его. Не получилось, поэтому оно выходит сегодня. И что ж, как вы знаете, я люблю игры GTA. Двухмерные не люблю, а вот трехмерные, ну прям вообще вот люблю. И выходит уже 11 ноября, выходит ремастер первых... трехмерных частей GTA, GTA 3, Vice City и San Andreas. И давайте посмотрим, давайте разберемся. Давайте разберем трейлер, разберем картинки и все, что нам пока известно. Начнем давайте с трейлера. Я выключил звук, потому что что-то у меня такое подозрение, что там есть авторские права на музыке, которая там играет. Все видео, которые я видел, где у английских, русских, которые обозревали трейлеры, все, что известно, нигде не играли звуки из трейлера. Так что давайте без звуков, рисковать не будем. Так, во-первых, сразу мы видим изменения в графике, смотрите. Здесь такое серое все, но это от погоды, все зависит. Зависит от погоды, которая в игре. Вот, как вы видите, улучшились кусты. И вот здесь еще появилась гора. Вот здесь. Это, наверное, от дальности прорисовки зависит. Дальность прорисовки обещают, кстати, очень высокую. Кусты реально, смотрите, улучшены. Но вот камушки, по-моему, как были, такие остались. Хотя, может, я и ошибаюсь. Вот так будет выглядеть логотип GTA The Trilogy The Definitive Edition. Так, это из GTA 3. И смотрите. Вот вроде бы все стало выглядеть реалистичнее. Ну, колеса, конечно, мультяшными остались. Но вот персонажи, как вы видите, мультяшными все равно выглядят. Да и вообще пластилиновые они как будто. Так, вот здесь это тоже GTA 3. Здесь заметно вот изменения. Были такие текстуры, стали такими. Также заметно, что появились 60 кадров в секунду. Поезд, конечно, как вы видите, едет колесами немного не на рельсах при повороте. Но, тем не менее, выглядит все равно круто. Так, это в GTA Vice City. Вот этот персонаж у Берта Робина что-то не сильно-то поменялся. Такое чувство, что просто освещен лучше, а так все то же самое. А вот у Томми, смотрите, рубашка стала более детализированная. Вот эти столики, вот эти стулики и столы... Вот они хорошо прям проделаны. Вот они действительно реалистично выглядят. Смотрите. Что у нас дальше? Во, вот здесь уже изменения реально видны. Видите, какими были окна пиксельными, а какими стали сейчас. Ну, выглядит город все равно довольно-таки мультяшновато. До пятерки далеко, как до Луны. Так, это уже San Andreas. Вот мы видим одну из катсцен, одна из наиболее последних миссий, кстати. Персонажи, как видите, улучшились, конечно, но все равно как будто они из пластилина. А вот окружение, смотрите, стены вот эти, тумбочки, шторы, они прям реально классно выглядят. Прям вот реалистично, прям все проделали. Что у нас дальше? Вот это город Лас-Вентура, смотрите. Огоньки вот эти все, вот прям реально очень красиво светятся. Небо также улучшилось, смотрите, вон звезды появились. Вот здесь тоже изменения заметны, это GTA 3. Вот, теперь оно стало таким. Как заметно прям улучшил, как улучшилось освещение от фар, и дождь прям такой красивый идет. Прям уже четверку напоминает, а может даже и лучше. Так, а вот это вот уже, знаете... Когда вот на это смотришь, больше кажется на то, как будто современный мультик смотришь какой-то. Или современный мультфильм. Так, ну вот здесь тоже выглядит неплохо. Во, вот этот кадр меня вот очень удивил. Смотрите, как выглядят деревья. Деревья прям вообще реалистично сделаны. Прям вот вообще. И вот это вот все. Тачка вроде бы
как и была мультяшка, так и осталась. Может, кто-то так и не скажет, но вот фары вот эти задние, это прям отражение, это прям вообще реалистично выглядит. Пиксели, конечно, видны внутри, под стеклом. Но так все равно выглядит круто. О, улучшены взрывы. Улучшены взрывы, это прям заметно. Ну да, вот здесь тоже кажется, что это мультик. Конечно, ну да, 60 FPS тут заметны. И вот здесь давайте включим звук ненадолго. Вы слышали? Новые звуки оружия. Из-за стрельбы более реалистичные звуки. То есть это тоже классно. Вот они стреляют. И, кстати, говорят, что будет улучшена стрельба. Ну ладно, мы это все узнаем. Что у нас дальше? Здесь тоже изменения. Ну вот, кстати, вроде... Ну да, видно. Прям вот реально на мультик стало похоже. Один цвет прям такой. Я не знаю. Но выглядит, конечно, красиво. Не спорь, не поспоришь. Так. Ну и сразу же выйдет... На ПК сразу же выйдет, не только на консолях. И даже Nintendo Switch она выйдет. Никогда еще GTA не выходила на Nintendo Switch. Никогда еще GTA не выходили на консолях Nintendo. Ну и довольно-таки редкая особенность от Rockstar, что игра выходит сразу и на ПК. Обычно у них игры выходят сначала на консолях, а уже год или через два на ПК. Это нужно для того, чтобы заработать больше денег, потому что... На ПК просто легче намного взломать игру и играть бесплатно пиратскую версию. Но об этом мы тоже, кстати, поговорим. Так, ладно, трейлер мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим то, что нам обещают. Так, во-первых, есть также скриншоты. Здесь у нас CJ, Riders, Big Smoke и Sweet. Видно, что они тоже такие пластилиновые как будто. Но выглядят, в принципе, достаточно неплохо. А вот... Это катсцена, где Томми разговаривает с Сони Форелли. И вот этот, и вот эта вот картинка, знаете, больше, вообще больше похожа на концепт-арт. Ну и вот эти вот часы меня немного удивили. То, что, смотрите, не очень реалистично как-то стоит. То есть они вот в воздухе вроде торчат, видно. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, что часы выглядят не совсем реалистично. Вот и Vice City вообще самым наиболее мультяшным будет, мне кажется. Огонь. Огонь выглядит как-то нереалистично. Нереалистично выглядит огонь. Ну, хотя, в принципе, неплохо. Конечно же, просто небо и земля гораздо лучше, чем в том Сан-Андреас. Так, ну тут Vice City, этот снимок не очень качественный, хотя видно дождь, как вот льется, и прям вот на траве прям лужи отчетливо видны. Ну, это здесь тоже Томми, CJ. А вот Клод, кстати, ну, это герой GTA 3, реально прям красиво прорисованный. Смотрите, куртка прям такая реалистичная, штаны. Вот он реально красиво сделан. Так, ну, также дождь, освещение, все видно. Это огнемет, типа, это огнемет это или что? Вот не совсем понятно, вот, что это за оружие. Вроде бы огнемет, а вроде бы и обычная пушка. Ну, непонятно. Непонятно. Так, на этом скриншоты закончились. А вот здесь вот нам уже показывают подробности. Во-первых, говорят, что будет стоить минимальная цена. Это на ПК она так будет стоить 4270 рублей. Что довольно-таки много. Многие жалуются на ценник, что три старые игры так много стоят. Ну, не знаю. В принципе, может быть, такая цена и оправдывает, что сразу три улучшенные игры в одном сборнике. Но... Многовато достаточно. 11 декабря. Ну, здесь ошибка. А на самом деле 11 ноября. То есть через 2,5 недели уже где-то. В сервисе Xbox Game Pass ремастер GTA San Andreas будет раздаваться бесплатно. Но каких платформ пока не сообщается. А 7 декабря можно будет купить... Это физическую копию игры. 11 ноября только цифровые, а 7 декабря уже можно будет покупать физические. То есть картриджи и диски. Что у нас тут про геймплей сообщается? Раскладка управления для геймпадов, аналогичная GTA 5. Надеюсь, что и на клавиатуре тоже.
Улучшенная стрельба и прицеливание, переработанные системы стрельбы из автомобиля в GTA San Andreas. Надеюсь, что и в GTA Vice City 3 тоже, кстати. Вот надеюсь, кстати, что реально стрелять будет так же удобно, как в GTA 4 и GTA 5. Там разница значительно прям заметна. Я очень сомневаюсь, что попадания в разные части тела там будут иметь разные эффекты, как в GTA 4 и в GTA 5. Очень сомневаюсь. Но может быть все что угодно. Надеюсь, что по крайней мере играть будет полегче. В всяком случае, как по мне, играть в GTA 5 и GTA 4 легче. Как раз из-за этого улучшенной стрельбы. Обновленные круговые меню для выбора оружия и радиостанции. Такое было в GTA 5. Такой вот круг, выбираешь оружие, нажимаешь Tab и появляется круг, выбираешь оружие. И, видимо, это будет действительно так же. Это будет реально классно. Мини-карты с улучшенной навигацией. То есть, скорее всего, будет GPS. То есть маршрут будет прокладываться, и мы можем. Нам будет легче передвигаться. Возможность перезапустить миссию после провала. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Играть будет легче. Потому что в тех трех играх, с Vice City, San Andreas 3, там, когда проваливаешь миссию, нам приходится постоянно обратно ехать на какую-то точку, чтобы задание получить. Кроме того, я надеюсь также, что после смерти игрока оружие не будет пропадать. Это тоже значительно повлияет. Такое в версиях для мобилок было. GTA San Andreas 3 и Vice City такое было, что после смерти оружие не пропадает. Вот в ПК-версии там пропадало. Достижения, улучшенные достижения. Также я, кстати, надеюсь, что появится возможность перепроходить пройденные миссии. Вот это я бы точно бы хотел. Такое только в пятерке было. Ну, еще в GTA 4 Баллада о Гейтоне это было. Но то, как это там реализовано, мне не понравилось. Во-первых, такая возможность появляется только после завершения сюжетной линии. А во-вторых, там, когда запускаешь миссию, первая катсцена не показывается. Что меня расстроило вообще. Так, для разных платформ. Текстуры повышенного разрешения для всех объектов от персонажей и оружия до окружения. Переработанная с нуля система освещения с лучшими тенями и отражениями. Это все было заметно в трейлере. Эффекты, погода, поверхность воды, это тоже было видно. Дальность прорисовки высокая, да. Поддержка NVIDIA DLSS для ПК. Разрешение 4К и частота кадров до 60 FPS. PS4 и Xbox Series X. А на ПК такое будет? Сразу такой вопрос возникает. Понятное дело, я надеюсь, что я смогу на 60 FPS поиграть, но никаких 4К у меня, конечно, не будет. Я даже не уверен, что у меня будет Full HD. Потому что системные требования, о них мы еще поговорим. Поддержка сенсорного экрана и гироскопа на Nintendo Switch. Тоже хорошо. А вот теперь то, что меня тоже вот немного пугает. Эта трилогия имеет более высокие системные требования. Не то, что чем у GTA 5, а не больше, чем у RDR 2. Смотрите, это у RDR 2, который мы не так давно прошли. 46 выпусков или 47 сняли по ней. Длинная вообще очень игра. Windows 10 64 бит, как минимум. Минимальная. Процессор Intel Core i5. У меня такой процессор, да. 8 гигабайт оперативы, да, у меня тоже так. NVIDIA GeForce 770. У меня на 2 гигабайта. У меня GTX 1050 на 3 гигабайта. Ну и место на диске 150 гигабайт. А вот теперь давайте посмотрим на системные требования у этой новой GTA. Ну, в принципе, то же самое, но место примерно то же самое, но место 45 гигабайт. Это, конечно, меньше. То есть игра, получается, трилогия будет весить где-то гигабайт 50-60. Рекомендуемые, мы с одним посмотрели, что вот здесь память оперативная рекомендует 12 гигабайт. 1060, у меня 1050. А здесь оперативную память больше. То есть смотрите, оперативная память больше. Это как-то реально уже странно становится.
И вот это вот меня напрягает. Неужели мне придется ставить разрешение меньше, чем Full HD? Ну, надеюсь, что не придется. Надеюсь, что у меня даже 60 FPS будет. Unreal Engine 4 также обещают движок. Это современный движок. Также игра Hello Neighbor на нем он работает, которую мы с вами неоднократно играем. Вот, кстати, говорят, что если на GTA San Andreas понаставить всяких ENB или, ну и там другие моды на улучшение, то может даже будет выглядеть круче, чем то, что мы увидели в трейлере. Но говорят, что есть большая вероятность, что будет падать FPS, потому что старому движку на этих играх довольно-таки тяжело с этими модами справиться. Unreal Engine 4 должен без проблем. Это современный движок, он должен справляться без проблем. Так что это плюс. Это плюс. Это действительно плюс. Вот что вот касается взлома. Вот интересно, вот, кстати, что будет по взлому? Я вот думаю, ну, то есть пиратская версия, когда появится, то есть чтобы можно было бесплатно скачать. Вот я не думаю, что это будет долго, потому что я не уверен, что я сомневаюсь, что игру будут связывать с интернетом. Что вот касается мультиплеера, вообще ничего не касается. Про мультиплеер вообще не сообщается, будет он или нет. Мне кажется, его не будет, потому что во всех этих трех играх официального мультиплеера не было. Самп это не официальный мультиплеер, это модификация. И я сомневаюсь, что мультиплеер там будет. По крайней мере, ничего про это не говорится. Так что могут взломать даже в первый день после выхода игры. Не исключено, не исключено. Ну и в принципе это все, что мы знаем. Это в принципе все, что мы знаем. И что вот касается моего канала. Эту игру я буду проходить, я обязательно буду проходить. Возможно, все три игры обязательно буду проходить. San Andreas, может и Vice City 3 тоже, скорее всего буду. Когда куплю, у меня таких денег сейчас нет, но когда появится, куплю. Если до этого ее не взломают, если раньше взломают, я ее скачаю. Извините, ну, блин, придется скачать. Ну а так я обязательно буду ее проходить, прям вот обязательно. Ну, а на этом все. Такой вот был ролик, где мы рассмотрели все, что нам известно про эту трилогию GTA. Напоминаю, она выходит 11 ноября, уже довольно-таки скоро. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, господи, писус, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.